Быть в гармонии с собой, со своими желаниями и внешним миром – это то, чего хотят мои клиентки. И это то, что я помогаю им получить. Ведь моя профессия – психолог. Мне также важно раскрывать себя. Иногда быть яркой, привлекающей взгляды, иногда тихой и незаметной, но при этом всегда учитывать, насколько хорошо внутри. Так я вижу настоящую уверенность. Но как бы ни была уверена в себе женщина внутренне, здорово, что можно выразить это через макияж. Мне нравится выглядеть ухоженной. Особенно выделять глаза. В этом мне помогает моя любимая тушь Faberlic по максимуму. Она придает объем, моделирует взгляд за считанные секунды. И я готова работать, готова общаться и чувствовать себя при этом на максимум.